На календаре 9 января. Ровно 110 лет назад, 9 января 1913 года, в помещении Пушкинского народного дома в Самаре открылся третий губернский съезд представителей кредитных товариществ. Участие в этих организациях не требовало первоначального взноса, поэтому даже бедняки могли получить необходимую ссуду. 9 января 1932 года самарские газеты написали об открытии крупнейшей на тот момент в Средневолжском крае фабрики кухни завода имени Масленникова. Уникальное здание советской эпохи в плане представляет собой серп и молот. На его постройку пустили кирпичи нескольких разрушенных церквей. Фабрика кухни была призвана помочь заводчанам в решении бытовых вопросов. После окончания смены они могли поужинать там, купить готовые блюда домой и даже постирать белье. В народном календаре сегодня Степанов день. На Руси в этот день пастухи заключали договоры с крестьянами на предстоящий выпас скота. Отсюда и поговорки «Степанов день пастуха год кормит». «В пастухи наймешься, вся деревня у тебя в долгу». Продолжались и святки, время веселья и шумных игр. Молодые люди ходили по домам, пели песни, желая односельчанам щедрого года и хорошего урожая. Этими другими событиями и фактами вошел в историю 9 день января. Удачи вам во всем и только хорошего настроения!